«Русские новости». Сегодня они посвящены преследованиям русского поэта Николая Боголюбова, который осуществляется опять у нас Центральным административным округом, какой-то полоумной теткой, следователем весьма юных лет, которая, естественно, ничего не понимает в поэзии, ничего не понимает в тех текстах, которые ей было поручено расследовать. Ну и при помощи экспертов, которые также в этом совершенно ничего не понимают, хотя и числятся лингвистами, психологами и так далее. Но прежде я хотел сказать о том, что не так давно, в августе, мы провели митинг в поддержку политзаключенных против политических репрессий. Народу пришло примерно 150 человек. Это очень мало, очень мало. Где все эти люди, где все эти толпы, которые бродили по русским маршам, там до десятка, до полутора, может быть, даже 20 тысяч доходило. Где все эти люди? Они устраивали просто праздничные шествия, размахивали флагами и больше ничего. А когда речь идет о том, чтобы проявить солидарность с русскими людьми, их больше нет. Ну что это тогда за русские патриоты, что это за русские националисты? Кого они поддерживают, с кем они в одних рядах идут? С украинскими бандеровцами, там их удобно, там удобнее, да, то есть только побузить, плюнуть в душу русскому обществу, ну, заодно, может быть, брызги попадут на вот эту поганую власть, которая засела в Кремле. Стыдно и позорно, особенно молодым людям, которые тоже подвергаются нас репрессиям и сотнями и даже тысячами сидят по 282 статье. Николай Боголюбов, русский поэт, его стоило бы поддержать, прийти на этот митинг, но почему-то у нас вот по щелчку пальцев приходят просто побезобразничать, поорать какие-нибудь там матерные речевки. Вот это, пожалуйста, вот эта вся шелупонь, которая ходит на футбольные матчи, там вот что-то такое подобное, им, наверное, мало футбольных матчей, там бузить. Вот можно побузить еще на русских маршах. Но в последнее время стало как-то сложно, тяжело, полицейские силы используют, там с собаками люди, с готовностью пустить в ход дубинки, поэтому, наверное, на русские марши вот вся эта околофутбольная публика ходить перестала. Но не только ведь футбольные фанаты ходили на русские марши, многие другие. Куда все это дело рассосалось? Или быть патриотом своей страны – это обязательно любить начальство, а коль скоро начальство не любить, значит, никуда не ходить? Так вот, мы 4 ноября будем проводить русский марш. Русский национальный фронт принял решение, сформировал оргкомитет, открытый оргкомитет, и приглашает туда все русские организации, какие только существуют, на равных, никаких председателей, там, секретарей нет, никто ни над кем не будет измываться. Но это шествие национально-патриотическое, русское. Поэтому не русские организации могут, конечно, прийти, вот такие общечеловеческие, там, за все хорошее против всего плохого, это, пожалуйста, могут прийти, встать там в колонну, где укажут. Те, кто организует русский марш, организуют русские организации, национал-патриоты, националистические русские организации, которые исповедуют русский национализм. Захотят прийти левые, там, социалисты, коммунисты, ну, могут встать, мы не приветствуем и не зовем их, и не приглашаем. Ради бога, кто там исповедует Ленина, Сталина и коммунистический режим, СССР 2.0 там, и так далее. Это все мы не приглашаем этих людей в этот день остаться дома. Это не их праздник. 7 ноября, вот ради бога, там ходите. Либералов мы тоже не приглашаем. Мы знаем, что это враги нашего отечества, это идеология нам глубоко враждебна, как и идеология коммунизма, и все эти коммунистические вожди совершенно нам ничем не близки, ничем не улыбнулись. И режим там СССР или режим 90-х годов никак не связан с перспективой установления русского национального государства. А для русского движения это самая основная и фундаментальная цель. Мы должны на это нацеливаться, на эту цель, если так можно сказать. Поэтому либералы, социалисты, коммунисты, желательно, чтобы вы остались дома. Но если есть в вас что-то такое национальное, что-то, что ассоциирует вас с русскими людьми, вы можете прийти. Но, пожалуйста, без коммунистической, без либералистической символики, без флагов враждебных России государственных образований, вроде Соединенных Штатов или там Евросоюза, или там Украины, которая сейчас оккупирована режимом враждебным совершенно, этнократическим, антирусским. Поэтому эти флаги не надо. Русский государственный, но он, поскольку является историческим, в принципе, можно применять. Но тоже как-то это все-таки для официальных шествий в этот день будет много официальных шествий. Кто не может без триколора, тот, в принципе, может пойти и туда. А у нас главный флаг – это русский имперский флаг, черно-золото-белый флаг. Вот этот флаг, пожалуйста, приносите
в любом количестве, и флаги русских национальных организаций, без экстремистской символики, разумеется, чтобы никого не подставлять. Мы далеко не всю символику считаем экстремистской и неприемлемой, из той, которая запрещена, но тем не менее мы советуем и просим не приходить с этой символикой. Все направлено на то, чтобы состоялось русское политическое шествие, которое предъявит претензии к ныне действующему режиму русофобскому, враждебному, оккупационному, и призовет русских людей к совместным действиям, к русскому единству, в том числе и за то, чтобы у нас в России установилась русская власть, которая не будет преследовать русских поэтов, например, Николая Боголюбова. Вот Николай Боголюбов, сегодня об этом я скажу подробнее. Преследование его ведется в самом бессовестном, бесстыдным образом. ФСБшники, которые уже просто превратились в какую-то жандармерию русофобского режима, у него втерлись ему в доверие, купили у него его книги, он даже там дарственную надпись кому-то по просьбе особо циничного негодяя сделал. Есть эта фамилия в деле, все, и эту фамилию мы как-нибудь произнесем. Ну, просто негодяй. Служит ФСБ у господина Бортникова. Вот кто такой господин Бортников? Откуда он взялся? Он каким образом связан с русскими интересами, с российской государственностью? Да никак он не связан. Как были чекисты, так вот они до сих пор чекистами остались. Были врагами и террористами в отношении русского народа. Такими они остались. Формы просто изменились. Раньше было физическое подавление, истребление масс русского народа с помощью вот этого террора ЧК. А сейчас терроризируют русских поэтов, русских интеллектуалов, русских публицистов, просто русских людей, которые проявляют хоть какую-то политическую, общественную активность. И все, вот этим занято ФСБ. Вы думаете, они ищут врагов России? Никоим образом. Они ищут русских людей, которые мешают ныне действующему режиму грабить Россию. Вот они нашли Николая Боголюбова. Он много лет издавал свои книги, выступал публично, проводил вечера своей поэзии, выступал на русских митингах, читал свои стихи. Теперь вот они доискались до него. И вот некая следователь, мадам Потоцкая, которой вручено это дело, вот сейчас доводит его до суда, и в ближайшее время первые судебные заседания начнутся. Ну и ко мне Николай Боголюбов обратился с тем, чтобы я провел анализ тех экспертиз, которые кто бы проводил. Конечно, тот же самый МИЦ, Московский исследовательский центр. То есть структура опять подконтрольная, та же самая, ФСБшная. И подконтрольна она департаменту безопасности мэрии Москвы, гражданин Майоров там ее возглавляет. Думаю, что фамилия у него подставная, реально, с какой-нибудь фамилией весьма говорящей. Ну, вот когда-то, не знаю, может быть, за поколение или за два поколения эта фамилия сменилась, но чекистский характер, вот этот вредоносный, подлый, остался. При этом департаменте существует Московский исследовательский центр, который прикидывается такой структурой, которая может независимые экспертизы проводить, там вроде как эксперты, лингвисты, психологи что-то придумывают. Реально там никакой экспертизы нет. То есть сидят профанаторы, бездари и неучи, независимо от того, сколько они там проработали в этом МИЦе или по специальности. Какие-то девицы, которые еще, может быть, даже не замужние, вообще не понимают ничего ни в этой жизни, не читали ни русскую литературу, с поэзией вообще не знакомы. Вот эти люди начинают оценивать, как действует, как пишет свои стихи Николай Боголюбов. Я прочитаю несколько стихов, ну как мне, у меня получится, я не артист, но постараюсь их прочитать так, как вот мне хочется. Из одной книжки, которая у меня есть, вот она называется «Заря близка». Вот эта книжка Николая Боголюбова, вышла она в 2011 в издательстве «Долой зло». Я вижу стилистику этой книжки, это белогвардейская стилистика, здесь вот известная марковская атака из фильма «Чапаев», купола, кресты на все вкусы, шлемы русские, фотографии русских организаций, например, там русской фашистской партии, которая в Харбине когда-то существовала. Ну, это русская организация, но не значит, что это тот самый фашизм, который, вот тот самый нацистский фашизм или итальянский фашизм, который, пропаганду идей которых преследуется по закону. Но это фотографии, просто исторические фотографии, какие тут молебны, тут из картин Константина Васильева репродукции, вот и на обложке тоже, еще раз замечу, вот то же самое. И книга очень достойная, не все стихи мне нравятся, как и они не обязаны, все нравятся, как у любого поэта должны быть стихи, которые ну просто гениальные, какие-то хорошие, какие-то есть творческие неудачи, но ничего страшного, люди по-разному пишут, и чтобы были гениальные стихи, должны быть и все остальные, чтобы был гениальный поэт, должны быть, наверное, какие-то поэты средней руки, иначе не с чем сравнивать, иначе нет никакой отправной точки.
Вот я прочту, и сразу будет понятно, каким образом предъявляются претензии к Николаю Боголюбову. Вот стихотворение опричнина. «Прощай, страна дурманов, песок могильных дней, эпоха истуканов и проклятых вождей. Встает заря над полем, и стало быть пора метать металлом волю, броней ласкать ветра. На родине захваченной постылое былье, разливы азиатчины и красное хамье. Остывший труп державы, мертвящий сладкий газ, товарные составы слепых безбожных масс. Из пакости листверди всему есть свой предел, порядок вечной смерти нам всем осточертел. Врубай реанимацию, огонь и кислород. В Российской Федерации все заживо гниет. Легированной сталью прорубим коридор, светящиеся дали в заоблачный простор. Пронзит гнилую вату полет стрелы мечты, и снова дух захватит набором высоты. Прорыв сквозь сети грязи, чем праведней, тем злей. Запейсы будем мразей таскать из алтарей. Дотла полить отребья, гнать нечисть с русских мест. В бездонном синем небе горит арийский крест. Вся жизнь как резолюция, да сгинет сатанизм. Мы контрреволюция, мы солнечный фашизм». Понятно, что вот последние три строфы, они могут быть захвачены мозгом русофоба, и все представлено не так, как есть. Отметим, какие строки. Вот больше ничего нет, за что зацепиться. Будем мразей таскать из алтарей за пейсы. За пейсы. Ну, пейсы – это значит иудеи, это значит евреи, это значит разжигание розник этнической и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в русском словопотреблении пейсы – это просто длинные локоны от висков, которые действительно свойственны, с одной стороны, там, каким-то священнослужителям иудейского исповедания, но свойственны просто неопрятным людям, которые вот вторглись в алтари, вот эти вот нечесанные черти. Их оттуда надо вычистить. То есть у поэта есть определенная свобода ассоциации. В данном случае речь идет что, о всех евреях, которые все в алтарях у нас, что ли, сидят. Но такова логика экспертов. Дальше, что здесь еще? Арийский крест. Ну, они, естественно, считают, что арийский крест – это свастика. А где это написано? Во-первых, арийский – это отнесение к какой-то общности, которая никогда себя так не называла. Да, там немцы в какой-то период называли себя арийцами, там искали, кто же арийцы, там скандинавы, какие еще народы являются арийскими. Но это совершенно обособленное дело. А что такое арийский крест? Арийский крест – это некий поэтический образ. С чем он связан? Это дело автора. Если нам не нравится этот образ или у нас какие-то не те ассоциации, это наше личное дело, это не дело автора. И уж не дело эксперта трактовать арийский крест как свастику или как что-то еще такое непотребное, как свастику именно германского фашизма. А с какой стати это, такая ассоциация делается? Здесь нет никакого повода для того, чтобы такую ассоциацию притягивать за уши. И, наконец, солнечный фашизм. Если слово «фашизм» есть, то значит, во-первых, эксперт всегда считает, если где-то употреблено это слово или там какие-то символы, то однозначно это и есть пропаганда того самого фашизма, который был в Италии, который был в Германии, хотя там был нацизм. И все это, коль скоро запрещено законом, значит что? Это экстремизм. Все, хватаем человека, начинаем его судить. Но мы видим, что это же настоящие стихи. Ну, кто-то, может быть, по-другому считает. Я считаю, что это стихи просто великолепные, которые действительно надо читать со сцены, которые для русских людей действительно что-то поднимают в их душе. Мы точно не можем сказать, что имел в виду Николай Боголюбов под словами «пейсы», за которые мы будем таскать из алтарей. Мы не знаем, что он имел в виду под словами «арийский крест», мы не знаем, что такое солнечный фашизм. Но мы можем предполагать, вот некое отребье, некие черти, которые засели в алтарях, и мы вот как бы видим этот символ вот за эти нечесанные кудри. Да, вот мы вытаскиваем этих бесов из алтарей и вышвыриваем их, поскольку это враги нашего Отечества, враги веры, русской веры, православия. Если мы говорим об арийском кресте, то, скорее всего, это некое солярное явление, действительно, как бы, арийский – это что-то связанное с такой вот северной прародиной, с какими-то солнечными явлениями, и это соотносится с той символикой, которая есть, вот, с той семантикой, которая есть в поэзии Николая Боголюбова. И, наконец, солнечный фашизм – это некий символ единства. Вот почему он солнечный, а что бывает не солнечный?
обычный, бывает какой-то другой. Вот есть нечто светлое, некое светлое объединение, солнечное объединение, фашо, вот слово итальянское, слово пучок, не имеет никакого отношения, конечно, к итальянскому фашизму. Тем более речь идет о русских, о русской опричнине, названо опричнина. И здесь фотографии, вот скачут всадники с мертвой головой на своем флаге. Вот, поэтому здесь не за что прицепиться, но эксперты цепляются, поскольку это нанятые подлецы, то, естественно, они интерпретируют как им угодно, ну а там дальше уже дело следователей и судьи, как организовать преследование русского человека. Есть более лирические стихотворения у Николая Боголюбова, и вот здесь, может быть, вообще трудно найти, что за что зацепиться. За что зацепиться? Понятно, что стихи на самом деле глубоко верующего христианина, у которого масса образов рождается, символов, которые он включает в свою поэзию. Вот смотрите, без названия стихотворения. «Танец ветра и танец огня на закате сгоревшего дня. Там, где тают следы в облаках, высотой побеждается страх. 10 000 дымящихся верст над страной растерзанных гнезд. Намотай на сердечную ось, да прорежется белая кость. Где плацдарм сатанинского зла, там в земле лежат наши тела. Реет памяти огненный стяг, вдохновением новых атак. Жжет история красный пунктир, в мышеловках меняется сыр. Прорывайся за ветхий предел, стань колчаном для огненных стрел. Пей до дна высоту своих дней, вдохновение лесов и полей. Свет нетварный в окошках икон, у простора владыки времен. Пресечется антихристов рот, солнце мертвых во тьму упадет. Христиане прославятся вновь, русский дух возвращается в кровь. Вылезай из засады, дерзай, обретай свой потерянный рай. Приласкает тебя и меня танец ветра и танец огня». Ну, здесь не за что прицепиться. Вопрос, они хотят Николаю Боголюбову впаять уголовную статью за вот такого рода поэзию? Они же предполагают анализ всех его 4 книг, которые они взяли в разработку. А вот здесь они, вот в этом стихотворении, они что нашли? То есть они хотят запретить тотально все эти 4 книги и покарать Николая Боголюбова за всю его поэзию. Ну, может быть, я там допускаю, что есть какие, я же не все стихи прочел, которые написал Николай Боголюбов. Может быть, есть где-то, где он переступает черту. Ну, скажите тогда, вот этот текст, он совершенно неприемлем. Внесите его, как вы это делаете, в реестр экстремистских материалов. Пожалуйста. Хорошо. Николай Боголюбов будет публиковать другие тексты. А из этой книги он там вырвет эту страничку и будет продавать без нее. Вот. Этого ведь не хотят сделать. То есть это идет организация политической репрессии. Вне зависимости от того, что пишет Николай Боголюбов, вот те образы, которые он использует, они глубоко чужды той системе, которая по ошибке называет себя правоохранительной. На самом деле это система тотального беззакония и политических репрессий. Мы должны хорошо это знать, русские люди, а поэтому проявлять меж собой солидарность. Если нас ущемляют до такой степени, что мы едва дышим, и русский народ едва существует, едва только может как-то существовать вот в этом режиме, мы должны друг другу быть ближе и помогать друг другу, поддерживать во всем. Тем более русского поэта. Без поэзии русский народ вообще не существует, он исчезнет, если русские люди перестанут писать хорошие стихи и вот эти образы, которые у них как архетипы общественного сознания существуют, если они не будут входить в нашу повседневность, то мы как народ просто исчезнем. А я считаю, что Николай Боголюбов как раз пробуждает вот эти архетипы вот этими жесткими такими ритмичными стихами с хорошей рифмой, с блестящими образами, как раз и дает нам то, что делает нас русским народом. Так давайте же мы придем на русский марш, на другие мероприятия русского движения и поддержим тех людей, которые выступают за Русь, за Россию, за русских людей, за русский народ. Давайте мы их поддержим всеми силами, какие у нас есть. Не будем отсиживаться по домам и не будем обслуживать этот режим своей собственной пассивностью. Еще я хотел прочитать тут некие стихи. Ну, я некоторые вот картинки не очень понимаю, которые есть здесь, но это какие-то исторические картинки. Мы не можем интерпретировать, вот как легко делают эти эксперты. Они любое слово берут и интерпретируют, как им вздумается. Еще заглядывают в словарь и говорят: о, слово «жиды» мы понимаем совершенно однозначно, как написано. Все, это оскорбительное определение еврея.
А вы в словарь «Дали» заглядывали, вот в первое издание, вы смотрели, вы читали, о чем там речь? Вы это словоприменение изучили в современной, например, патриотической литературе, христианской, православной, религиозной литературе? Как он применяется в отношении чего? Нет, эти люди не знают об этом ни слова, не понимают ничего. Они просто берут словарь и что-то там пишут. Ну, негодяи, просто негодяи, которые не просто еще негодяи, еще и тунеядцы, которые свое дело отказываются делать. А вот пять этих тунеядцев в Московском исследовательском центре пишут вот эту галиматью о стихах Николая Боголюбова. И его за эти статьи, вот с использованием галиматьи так называемых экспертов, собираются судить. И мы еще в другой раз сделаем отдельную передачу, подробно обсудим то, что на самом деле, за что его пытаются судить и каким образом ведется вот эта вот подмена, фальсификация того, что называется экспертизой. Это, конечно, не экспертиза, это фальсификация, преступная фальсификация, ну а за это предусмотрена уголовная ответственность. Эти все люди дали подписку, что они понимают, что такое вот заведомо ложная экспертиза. Вот эти люди, все эти люди, я перечислю их фамилии, имена, будут известны, будут зафиксированы, и мы будем этих людей помнить до тех пор, пока они не понесут заслуженное наказание за свое преступление, за фальсификацию той экспертизы, которая им была поручена экспертам. И они должны были написать, что дело абсурдное, закройте, мы как эксперты не можем анализировать стихотворные произведения, поскольку не обладаем достаточной квалификацией, или если мы какой-то квалификацией обладаем, то эта квалификация однозначно должна свидетельствовать. Закройте дело в силу его абсурдности. Коль скоро эти пять человек, которые выставлены против Николая Боголюбова, якобы лингвисты и психологи, не сделали этого, то они являются преступниками. И мы зафиксируем их фамилии как преступников, которые русская власть должна осудить. Причем осудить очень жестоко, потому что в данном случае мы имеем посягательство на весь русский народ и на всю русскую культуру, а не только на одного Николая Боголюбова. Вот тут прилетела оса. Очень интересно. Мы должны будем осудить их очень жестоко, потому что они посягают не только на права и свободы Николая Боголюбова, не только запрещают ему, фактически посягают на свободу творчества, они посягают на право русского народа иметь свою национальную поэзию, иметь своих национальных поэтов, то есть иметь свое русское национальное самосознание. Вот прервать ритуал, жесткий такой стих. Прервать ритуал, где талмуд разбухает бетоном, прямо в черное сердце вошел неподкупный металл. Никогда Самуил не поймает звезду на погоды, потому что вернулась Россия. Прервать ритуал. Прервать ритуал, кровь младенцев по небу струится, абортарии нынче работают вместе с ЧК. Пусть душа отлетит от земли ужаснувшейся птицей, но сначала прервать ритуал, пусть не дрогнет рука. Разгромить этот ад, разнести эту гипермашину, сжечь и жечь эту мразь, оставляя лишь пепел земле. Лучше атомный шквал, чем Содом на кровавых руинах. Кремль трижды взорвать, если черные мессы в Кремле. Дайте место грозе, расступитесь небесные своды. Эту землю не жаль, где давно сатана правит бал. Перед Богом и нашим замученным русским народом мы обязаны, братья, любою ценою прервать ритуал. Скажите, что здесь экстремистского? Здесь призыв к русскому народу вернуться к самому себе. Больше ничего. Да, здесь есть то, что зацепило глаза экспертов, ну, этих вот подлецов, негодяев, которые талмуд разбухает бетоном, признали неким оскорблением еврейского народа. Талмуд здесь написано с маленькой буквы. Вообще талмуд в русском языке – это любая очень толстая книга. Когда мы поднимаем толстый том, мы говорим: «О, какой талмуд!» Разве эксперты этого не знают? Прекрасно знают. Или если они не знают, то они просто не специалисты. Какие они лингвисты? Они просто тогда не носители русского языка, они этого не знают, не понимают. И если здесь речь идет о талмуде, который противопоставлен христианской вере, то это вполне обоснованный образ, который здесь существует, но истолковать его как направленный против всех евреев, среди которых далеко не все иудеи, и далеко не все читают Талмуд и даже знают, что это такое.
Поэтому вот этот гнусный навет, который делает прокуратура, ФСБ, Следственный комитет, а в скором времени будет делать какой-нибудь суд, которому будет поручено вот это безобразие разбирать, все эти люди, конечно, совершают преступные деяния в отношении русского поэта, а значит и всего русского народа. Поэтому еще раз подчеркну, если мы народ, мы должны за своих поэтов вставать грудью. И для этого мы должны объединяться на наших мероприятиях, выходить на них, выступать, все время поминать. Я думаю, что вообще можно на каждом русском мероприятии читать стихи Николая Боголюбова как некое введение, как некий такой духоподъемный текст, который зажигает наши сердца и требует от нас какого-то совместного действия в том идеологическом направлении, которое только и может спасти Россию. А это русский национализм. И то, что Николай Боголюбов является русским националистом, русским национальным поэтом, в этом нет сомнения. Последнее стихотворение, которое читаю, «Ветер». «Когда поднимается ветер над лесом бетонных колец, он рвется сквозь сети на север, на родину ясных сердец. Взмывая над бездною века, энергию множит в стихах усталость, удел человека, а ветер не знает греха. Царапая стены и крыши, парит возле наших знамен, он солнечной свастикой дышит, он сам на корню запрещен. Он знал этот мир еще юным, в динамике чистой войны, где молнии каленые руны врезались в древесные сны. Просторы дышали отвагой, народы полны были сил, и не было подлой бумаги, испачканной ложью чернил. Зарею на крепнущих латах пылал выплавляемый сплав, сообщество дегенератов разил грозовой Святослав. Нетварным огнем осиянный на северной кромке небес апостол Андрей Первозванный воздвиг свой пророческий крест, чтоб слава сияла в потомках, поганых без счета рази, кромсая земные потемки святым коловратом Руси. Солярная поступь столетий пылает в тебе и во мне, когда поднимается ветер в окутанной тьмою стране». Ну, прекрасное стихотворение. Да, есть здесь два слова, которые цепляют мозг всякого русофоба, всякого негодяя. Это тот, что там, солнечная свастика и святой коловрат. Ну, вообще, солнечная свастика – это не символ германского государства, там, германского нацизма, нацистской партии, не символ фашистской партии Италии. Да, вот что это такое? Это каждому свое. Каждый понимает силу своей испорченности. Если вот эти русофобы в Московском исследовательском центре понимают это как пропаганду фашизма, то вы просто негодяи, господа, эксперты. Тогда вам сидеть в тюрьме. И мы вам это обещаем, поскольку вы негодействуете, паразитируя на теле русского народа и издеваясь над русской национальной поэзией, которую представляет Николай Боголюбов, я в этом совершенно не сомневаюсь. И что такое святой коловрат? Коловрат тоже солярный, солнечный символ, как и вот свастичный символ, солнечная свастика, как тут солнечная свастика. Да, и в этом нет никакой пропаганды, никакому нацизму, фашизму. Русское мировоззрение не принадлежит, не привязано, и нам не требуется вообще с ней соотноситься никак. Мы не являемся последователями Гитлера или Муссолини. Мы, может быть, в чем-то можем учиться у тех режимов, которые сгинули давно, в общем-то, под бременем своего авантюризма. И мы прекрасно понимаем, почему они сгинули, и не собираемся пересаживать этот негодный опыт на нашу русскую национальную почву. Но если у нас есть символы, связанные с солярными явлениями, с древней символикой, то это наше право ее использовать. Это те самые национальные архетипы, которые всякая поэзия, всякая хорошая литература должна, обязана использовать. А если не использует, то это не наша, не национальная литература. Вот Николай Боголюбов использует, и использует очень удачно. Я считаю, что его стихи, ну, может быть, из самых лучших русских современных поэтов. И я считаю, что каждый русский человек должен прийти на суд, который состоится против Николая Боголюбова. Каждый в меру сил должен помочь, в том числе и сбором средств. Николай Боголюбов недавно опубликовал обращение к русским людям по этому поводу, потому что, конечно, поэзия не приносит сейчас никаких дивидендов. Это не торговля нефтью, это не торговля родиной, чем занимаются вот все эти эксперты и прочая шушера, которая заседает там в прокуратуре, Следственном комитете, ФСБ и так далее.
Поэтому мы должны помочь, чем сможем. Вот я стараюсь помочь своим мнением специалиста, который будет громить этих поганых экспертов, которых понасобирали непонятно где, вот этих неучей. И я покажу, что это действительно неучи, это люди, которые вообще не владеют не только какой-либо другой смежной темой, но они не владеют даже своей собственной специальностью, по которой у них есть дипломы. Об этом мы расскажем в следующий раз, а пока я еще раз приглашаю готовиться к русскому маршу, он обязательно будет в том или ином виде. Конечно, нас попытаются подсечь, создать опять какой-нибудь фальшивый русский марш, уже там кремлевские наймиты начали шевелиться, они думают, что они проведут русский марш и сделают его таким беззубым и вовсе даже не русским, а таким вот за все хорошее против всего плохого. Мы, конечно, не будем в этом марше участвовать, но мы с тем или иным способом русский марш проведем. 4 ноября Русский национальный фронт будет проводить русский марш, будет подавать заявку, и мы приглашаем русские национальные организации, просто активных русских людей к тому, чтобы готовиться к русскому маршу, начинать уже сейчас, консолидировать силы и понимать, что 4 ноября мы в любом случае выйдем. Пожалуйста, обращайтесь на ресурсы, которые есть. Русский национальный фронт публикует свои материалы в соответствующей группе одноименной «Русский национальный фронт» в Фейсбуке, ВКонтакте «Русский национальный фронт», на страницах организаций, которые входят в состав Русского национального фронта, в том числе «Партия Великая Россия», на сайте «Партия Великая Россия», на сайте ИГПР «ЗОВ», который сейчас подвергается жесточайшим репрессиям, на сайтах других организаций, которые будут публиковать постоянно решения штаба Русского национального фронта, например, о образовании оргкомитета, решения оргкомитета по подготовке русского марша. Особенно важно, конечно, провести русский марш в регионах, не только в Москве, чтобы, да, в Москве, может быть, собирается самый большой русский марш, это центральное стержневое событие, но в регионах он тоже должен пройти, в каждом русском городе. Собирайтесь, друзья, поднимайтесь. Россия должна проснуться, русский народ должен проснуться, иначе смерть нам всем наступит, вот уничтожит русского поэта, уничтожит всех русских активистов. Чем мы тогда будем? Пока мы не сплочены, пока мы не идем вместе под русским национальным черно-желто-белым флагом, мы еще не народ, мы только потенциально народ, потенциально политическая нация, которая должна взять власть, отнять ее у олигархии и учредить свою собственную русскую национальную власть и русское национальное государство. We'll be right back.